Друзья, вот скажите мне, пожалуйста, вот что человеку надо для счастья, а? Иди сюда. Ну, конечно, грязи не хватает, ребята. Смотрите, как она чавкает. А ну-ка, жена. О, да ты омолодилась. Как ты теперь полезешь в мою машину? Придется тебя в пакет заворачивать. Посмотри сюда. Ты радостна, довольна? Да. Ну ладно, ребята, пошли упаковываться. Дорогие друзья, мы находимся на знаменитом озере. Озеро Чокрак. Это у нас озеро недалеко здесь, вот где мы отдыхаем. Видите, да, люди останавливаются, черпают грязь, просто руками черпают и ногами. Но здесь, друзья, еще и соль есть, видите? Она как снег. Вот такая вот соль. Говорят, очень лечебная, очень полезная. Поэтому с Мариной, возвращаясь домой, мы заехали на это озеро. И сейчас немножко наберем соли, грязи, ну, как положено. И грязи наберем, и соли наберем. Здесь когда-то в древние времена, друзья, была здравница фараонов. Вон даже башмак чей-то лежит. Была здравница фараонов. Они что делали? Они здесь купались, лечились, отдыхали. А вон там, друзья, перешеек есть такой. И Азовское море. И они туда шли, их несли туда рабы. И они там обмывались. Поэтому мы тоже сейчас тут полазим. Учухаемся и поедем на тот перешеек, как фараоны, только на машине обмываться. Да, Марина? Да? Да. Да. Погнали! Я нет, но это моя жена. Ну-ка, посмотри сюда. Чуть-чуть черная, чуть-чуть чудовище. Но молодая. Да, дай-ка я вот так вот тебя посмотрю. С ума сойти. Все, идем купаться.